Вы за меня оговорите Эрси, Арчин, Кемераши. Ты понимаешь, когда объявили, что у него там 100 или 110 боев, а у него 25, уже все ясно, стало ясно. Ну? У него и опыта больше, а опыт в боксе это не последний. Все, победитель страны. Я, правда, мало понимаю в боксе, но опыт есть опыт. Нет? Вот если бы у него вот даже когда-то... Вот. Что, наверное, сразу выиграет? Он же с Турком будет работать. Турок выиграл или кто? Нет, Турок проиграл. Проиграл? Да. То есть 72-й победитель Кубка Союза выиграл. Тут тоже хорошо будет парень. А, нет, я думал, что Турок выиграть, я поэтому... Нет, Кубка Союза. Турок выиграл. Ладно, если с Турком все встретился, то ты знаешь, что финалистом стал. И Европа третье место выиграл. Знаешь, хорошо, как все уже находится. Чего он будет выиграть? Там и масса, наверное, получилось. Что ЦС будет? Какая возможность бывает? Вы едете, не на ЦС? Да. Это на вооруженке? Да, вооруженке. Да, едем.
возможность вашего. Ничего, вы поможете там еще. Давай понедельник ко мне. Не надо, ну один. Ну ты слушай меня, если хотите, пацаны. Ко мне в туда, понедельник. Школу, да, 62-я школа. Чем вам серьезные соревнования? Эрнесто Грузии, да. Сейчас полуфинальные бои. И как? Ну, обоих обеспечено третье место уже. Как подготовлены? Обоих призеры. Хорошо подготовлены, только вот я думаю, что у нас сегодня будут очень сложные, серьезные бои. Да. Старший встречается с хорошим боксером, мастером спорта, Экелидзе, по кличке Тайсон. Очень хороший, серьезный боксер. Младший встречается с горийским боксером. Ну, такой особенный боксер был, финалист Эрнесто Грузии. Вот эти, да? Не, рег. Вот здесь нам нужно. Вроде рег написан, да, рег написан, да. Да, тогда выключи, выключи. Кнопку нажми, чтобы не было написано. Как дела? Вот сюда их снимай. Давай. Подожди, Олег, оставай.